не каждый раз удается сделать скелетонистом бобслеистом. Бобслеистом это вообще три борта, это как дежурный вариант. Поэтому недаром говорят, что саночники это ювелиры. И на самом деле так и есть. Ведь трасса построена еще в 67 году. Именно под саночников была построена. И два чемпионата мира подряд проходили в 69 и 70. Поэтому им хорошо известно. Аберштольц-Грюбер, прекрасная диагональ. Вот здесь вытянули ребята и имеют прекрасный шанс. Разгон был чуть хуже, чем у россиян. В кольце одинаково идут. Итак, они, кстати, бронзовые призеры последнего чемпионата мира. Итальянцы выступают за сборную еще с 1997 года. Опытные спортсмены. Мы помним, как в начале сезона их активно так уже отправляли на заслуженный покой. Но они даже и не думали это делать. Зачем делать то, что вам приносит очень хорошие результаты, правда? 15 сотых в свою очередь они